Всем привет, ребят. Ну что, Сардалька уже с ожогом, только без героев для битвы гильдий, а тут уже все для этого есть, и сегодня у нас трешачок. Я мог больше силы качать, там 230, ой, я говорю 200, 935, и получить там, ну, немножко больше, но я пока не хочу заморачиваться сейчас. Решил вам показать битву гильдий на 900+. Какие же у меня тут будут... Ну, как видите, просто изи ребята проходят. Это английский сервер, это не китайка. Больше половины сливов сегодня. Наверное, все просто бухие. Так, Spinish, Zen, Блюди Али и Элайтс какие-то. Ну, короче, не важно. 567. 500-ки. О, 600 есть. Ну, в общем, понятно. Смотрим. За 600-ку, ребят, мне дают, ну, ни много ни мало, 1758. Умножаем на 5. Ну, если так, 600-ки, конечно, чтобы были, это 7,5, там около 8 можно было бы набить. Но, к сожалению, как видите, 600-ок пока нет здесь. Печально, ну. Будем шатать тех, что есть. Типа раз так моей похожая. Ну, честно скажу, вот эти вот буковки, это все фигня против Ронина, которого мы сейчас поставим. Так. Убираем так. Наш Ронька неубиваемый. На Огника. Так, вместо Анубиса поставим, давайте... А, нет, давайте оставим Анубиса. Вот, кстати, для Анубиса хочу оставить. На всякий случай, чтобы не слиться, посмотреть, сколько среднестатистическая БГ у меня будет занимать. У меня прошлый раз там, по-моему, 7,5, если я не ошибаюсь, лямов я наколотил. Я говорю, лямов. Каких лямов, блин? Жесть, до сих пор не могу отойти от жога на сартеле. Это просто пипец, ребят. Так. Потом у нас лазуля оставляем. Вот сюда поставим Дрейка. Все. Поехали, посмотрим. Конечно, у меня с ресом печалька может быть. Ну ладно. Сольемся, так сольемся. Для этого у нас и тесты идут. Так, смотрим. Рая есть? Рая, кстати, я что-то не вижу. А, не, все-таки есть. Надо было ее вытащить. Чем подальше. Ладно, смотрим. 37%. Ну, как видите, ну, реально... Одного Ронина хватает все равно на любую базу. Вот посмотрите. Да, не убиваю я полностью, видите. Да, я не знаю, конечно, насколько тут прокачаны башни, но я думаю, что плюс-минус прокачаны неплохо. То есть такой вот вариант. Нифига себе! Нифига себе! Посмотрите, он чуть-чуть нас не слил. Итак, вот Дрейк раз кидаем. И сейчас Дрейк должен еще разок ударить. И все. Вот вам вся битва гильдии. Как видите, я получаю по 1700 за противника. Неплохо тогда. Так, окей. Давайте на всякий случай. Хотя, пофиг. Если мы 600-ку прошли, я не думаю, что там намного сильнее 500-ки будут. Хотя, все может быть. Так, вижу Хрона, вижу Бугимена. Вижу Фрэнки. Интересно. Побежали через Франки, заодно и посмотрим, как сейчас будет нас спасать выживание. Ой, вообще, нифига себе, круто. Мне понравилось. Хорош, это было интересно. Вот это интересно. Так, а ну-ка попробуем вот так вот сделать тогда. Если такой вариант не катит, попробуем. Что он сможет сделать? В принципе, посмотрите, неплохо. Мне нравится такой вариант. А, все, его уже нет.
Блин, как-то быстро. А я так думал, что сейчас будет какой-то тут трешачок, какая-то интрига. А тут один огник просто бегает, не атакующего плана, не с топовыми этим. Посмотрите, как просто остался один на один против такого же огника. Все герои, к сожалению, улетели. Ну, что я могу сказать? Вот такой вот топ на английском сервере. Да, бывают интересные расты, но, к сожалению, непроходимых раст все проходятся. Моя раста проходится. Просто есть люди, у которых есть нужные герои для этого, и есть люди, у которых нужных героев нету. Вот еще 1700. Поэтому тут особо печалиться не надо. Если у вас Ронин, вы по-любому должны любого топа затащить. Так, что попробуем вытащить? Райку. Если получится, конечно же. Так, вроде получилось. Так, отлично. Давай, 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 давай. Голуби, вам сюда надо. Так, отлично, отлично. Куда полетели? Сюда. А, и что-то я перемудрил. Ладно. Шанс слива, как обычно, возрастает, ребятушки. Ну, конечно, не в моем случае. Ну, как видите, 1700 это, в принципе, у меня будет где-то средний топ. То есть так оно где-то получается. То есть моя минималка 7,5. Ну, не то, что моя минималка, минималки у меня нет. Но я буду получать как минимум 7,5 тысяч ячей за битву гильдии на моей силе. Ну, то есть за противников, которые имеют свыше 500-ки. Так, что тут у нас? Это так все распихано, коряво. Не прокачанная даже. Давайте попробуем. Так, фрейка. Сейчас надо фрейку ударить нам. Вот просто чудесно. И вот таким макаром огник заряжает, кидаете сюда Ронина в придачу. И просто тупо зависаете на них. Все, я вам больше ничего не надо. Вы в любом случае уже набили 58%. Огник слился пока только один раз. Хотя все может быть. Ой, Ронина убили. Ничего себе. Нифига себе. Надо срочно выпускать Анубиса. Срочно. Ну, как видите, питомцы все-таки решают. И прокачка скинов, если у вас 35-е питомцы, нормальные питомцы, я имею в виду 35 уровня, и вы в топе, конечно, таком, не есть проблема. На некоторых серверах там писали, а многие, вот, и донатными героями проходишь. Ребят, огник это уже не проблема, без доната многие пособирали огников. Все зависит от сервера, рано или поздно он будет у вас, ну, конечно же, не на русском сервере. Так. Так, что тут у нас? Стрелок, ворожей. Ну, я запущу отсюда где-то. То есть вы можете делать так, так. Снизу отсюда запускать еще одного героя, чтобы быстрее это все пройти. Выпустить. Так. Потом кидаете. Вот, ну, Драйка я, конечно, рановато выпустил. Не добил. Но все равно. Все. Вот вся битва гильдий. А что я сказал так мало? 8,5 тысяч. Ну, 8, что-то я 7,5 посчитал. А, тут же по 1700. Все, все, все. 8,5, ребят. 8,587. А, сейчас я пойду ради интереса посмотрю, сколько у меня было на прошлой битве гильдий. А, намного больше, 8,227, тут уже 8,500, вот так вот. Это при том, что я не нападаю на топов. В топы, если по 650к, сколько у нас?
Ну, я 600-ку обзавалил, а тут 650 берем, среднее. Ну, 600, 600 даже, это топ-30, наверное. Топ-50. Топ-50, топ-60 это вот такие вот гильдии, которые находятся в топе. То я буду получать там 1700. В общем, 8500 это нормальный результат на сегодня. Ну, я даже со сливом. Я не знаю, надо теперь, чтобы они повышали, типа, минималку. Хотя мне нафиг кулаки здесь не надо. Вот смотрите, все равно, блин, слился на моем. Поэтому все равно. 13 минут назад. Ну, что я могу сказать? Давайте, кстати, посмотрим, сколько у него силы. Мадрикал ESP. Ради интереса. Ну, скорее всего, какой-то слабенький. Может, ему хоть дают нормальный экспорт. Я надеюсь. Да, скорее всего. 400к, ребят. Все равно слился. Я не знаю. Я не смогу уже его посмотреть. Ладно. В общем, такая вот битва гильдий. Не знаю, как видите, ничего сложного, непроходимого нет. Любая расстановка проходит или так. Вот у меня еще и там, грубо говоря, седна для реса была. То есть это не есть проблема затащить какую-то либо расту. Надо просто иметь вот там определенное там количество героев для битвы гильдии, если у вас приоритет битва гильдий, и трешевать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Мы установили новый рекорд. Всем удачи, всем пока.